очень рады сегодня зафиксировать очередной рекорд нашего юного героя. Честно говоря, вся редакция и научный отдел данного издания очень переживает в данный момент, потому что герой очень юный. Но те показатели, к которым он стремился и достиг, заставляют нас верить в него. Более того, книга рекордов Казахстана, КИНЕС так называемая, она, в общем-то, фокусируется на наиболее позитивных событиях в жизни казахстанского народа, всего общества. Поэтому мы стараемся зафиксировать пионерные дела, кто когда-то чего-то достиг раньше других. Мы стараемся зафиксировать определенные рекорды, которые возвышают дух людей, поднимают человеческую культуру, человеческую историю, вообще человека как особую сущность на новые, казалось бы, недостижимые высоты. В этой книге «КИНЕС», которая буквально через 2 месяца выйдет уже из «Фотографии Амира», мы не фиксируем, кто сколько пирожков съел, кто сколько пива выпил. То есть здесь здравые рекорды. Сама книга предполагает, чтобы наша молодая республика, страна достигала и совершенствовалась, но при этом она фиксировала наиболее успешные достижения наиболее успешных людей нашего общества. Поэтому я Амиру желаю удачи, его семье благополучия, а нашему народу процветания. Итак, даем старт, да? 1, 2, 3. Поехали. Нормальную позицию возьми, Амир. Там воздух просто будет. Ровно 300. Сорок. Еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 550! 550! Есть очередной рекорд Казахстана! Амир Махмед! Амир Махмед! Амир Махмед обновил свой же рекорд. Трехкратный рекордсмен книги рекордов «КИНЕС» Казахстана. Честно сказать, я наблюдаю постоянно, за его рекордами, но вот так увидеть воочию удалось впервые. То есть спасибо, Айдар, что пригласил, чтобы зафиксировали, это на наших глазах произошло. Честно говоря, я думал, что это какой-то уникальный ребенок. Может быть, он не устает, может быть, у него какие-то кости другие, суставы другие, мышцы другие. Но я сейчас на моих глазах, я видел, как ему было это тяжело, как ему это давалось. Я, например, представляю, что это такое, потому что сам каждый день отжимаюсь от пола дома. И на самом деле, на этому человеку нужно отдать дань уважения. Это гордость Казахстана. Так что, Амир, будь сильным, иначе зачем тебе быть? Это слоган ММА, Федерации ММА Казахстана. Ты его олицетворение, молодое поколение. И я бы от Федерации хотел бы тебе подарить нашу футболку, вот такую, с нашим слоганом. Будь сильным. Потому что ты, на самом деле, тот самый герой, который должен носить такую майку. Поздравляю. Смотри. Вот. Чуть-чуть тебе большевато. На вырос. На вырос. Ну ничего, давай, примерим. Настоящий воин. Большое спасибо, Анатолий. Ну, дорогой, поздравляю тебя.
Молодец. Ты сделал все, что мог, и даже больше можешь. И что я тебе хочу сказать от себя лично. На этом не останавливайся, иди только вперед, это твои только первые победы. Ты молодчина, мы все с тобой. И я с тобой в первую очередь. Молодец. Красавчик. Я в тебе вообще не сомневался. Когда я его увидел первый раз, мы с ним, он ко мне подошел такой. Я говорю, слушай, да ты сделаешь. Он говорит, сделаю, 100%. Ты молодец, у тебя огонь в глазах. Так что ты чемпион, рожден уже. С рождения. Вперед, дальше. Молодец. Поздравляю. Ну что можно сказать? Чтобы он дальше достигал, и чтобы ты отжался. Дальнейшие твои рекорды, постарайся побить 1000. Я думаю, сегодня стали свидетелями очередного рекорда нашего малыша, нашего маленькой гордости. Мы, честно говоря, не хотим его перегружать. Думаем, что зачастую может слишком большое внимание там, прессы, общественности немножко, может, в таком возрасте будет вредно, но молодец, справляется с этим прессом, с этим грузом. Нет, уже четвертый класс. Да, четвертый класс. Амиру Ануару Мамахмету, в том, что он является героем Казахстанской книги рекордов Гиннес 2015, установившим рекорд по количеству отжиманий за один пятисход. 550 отжиманий в честь 550-летия юбилея Казахстанского ханства. Казахского ханства. Главный редактор Казахстанской книги рекордов Гиннес, профессор Тазабеков. Амир, но это не все. Любой чемпион должен быть с кубком. И этот кубок обладателю рекордов Гиннес 2015 тебе. Ты единственный, кто в этом году трижды покрыл свой рекорд. Ваши аплодисменты. И это далеко не все, Амир. Наша страна, наша земля породила многих героев. И мы сегодня свидетелями этого. Амир, я думаю, что ты достоин этой медали с небольшой позолотой. Также от редакции Гиннес. И это тоже не все. Я являюсь, кроме всего прочего, учредителем, акционером данного колледжа. Колледж Туран является ведущим учебным заведением в Казахстане. Мы единственный колледж в Казахстане, кто является официальным партнером Кембриджа, Оксфорда, семи лучших колледжи мира. И мы предлагаем тебе сертификат. 55% скидка, но я думаю, когда ты подрастешь, ты, наверное, вообще будешь бесплатно у нас учиться. Опять же, если ты захочешь у нас учиться, это тебе.